Всем привет, ребята! Всем привет, всем доброе утро! Ваня накрыл на стол, приготовил такую вкуснятину. Лучше, чем в ресторанах. Яичница с тушеные помидоры с луком и яйцом, не авокадо, и сыром. И сыр, да. И чай. Вот у нас лето. У нас наконец-таки потеплело, и вроде как обещают, что это продержится долго. Хорошая погода, и дождей больше не будет. Будут. Будут? Да. Опять обещают дожди? Да, на следующей неделе. Ну, я уже не могу, я машину сегодня помою. Не могу, она такая грязная. Я ее не мыл, потому что постоянно дожди, и очень грязный дождь, и поэтому как бы смысла не видел. А машину парковать в гараж я не хочу, и не могу, там у нас слишком много всякого барахла. Так что сейчас ее поедим, мы будем вместе убирать. Чистить, мыть машину. Ну, в смысле, ребят, с вами, не я. Ну да, я с вами. Я к вам. Ладно, всем приятного аппетита. Я сижу на солнышке, на меня прям светит, прям тепло-тепло. Сейчас покушаю и пойду внутрь. Немного все равно надо проветриться. Ой, все, приятного аппетита. Ох, ребят, я только что закончил убирать машину внутри. Насчет того, чтобы мыть снаружи, я еще подумаю, потому что мне нужен специальное мыло для того, чтобы мыть машину. У меня его нет. И поэтому остаются разводы от этого карчера или кархер. Керхер. От керхера. Вот. И я без мыла, наверное, не хочу мыть. Я его куплю и потом уже помою машину снаружи. Но мне не нравилось то, что машина внутри очень грязная, поэтому я то, что хотел сделать, я сделал. А еще как раз у меня тут стояла камера, записывала таймлапсик. А еще хотел рассказать по поводу вот этой вот маленькой камеры, о которой я вам уже немножко рассказывал. Вот и вчера я заснял влог. Я взял вчера с собой две камеры, одну DJI экшн камеру и эту камеру я использовал только когда крепил ее на грудь, чтобы снимать какие-то моменты в действии, то есть не то чтобы снимать конкретные какие-то вещи, просто оставил и снимал. Там я заснял, как мы в магазине закупились, потом я еще записал, как я Ванюшку встретил. Ну, в общем, заснял несколько сюжетов, которые в принципе мне нужны были для влога. Какое мое было вчера удивление, когда я сел монтировать влог, подключил эту камеру, а на камере ничего не было. Было ощущение, что она полностью отформатировалась. Я не знаю, как это произошло. Я точно заснял около где-то 6 видео, коротких, не длинных. Они все записывались точно, то есть она у меня не перегревалась. Но когда я ее воткнул, ничего не было. Я не знаю почему. И меня это очень сильно расстроило, потому что, ладно, вчера ничего такого особенного не произошло. Я заснял, в принципе, там моменты какие-то для себя и также для влога. Но я представляю, что если бы что-то было очень важное, и это не заснялось бы, вот, конечно, тогда бы я сильно расстроился. Поэтому, не знаю, может быть, я просто не знаю, что могло отформатировать флешку. Что именно? Да. Вот так вот покупать технику. Это меня уже два раза подвела. Но один раз она просто перегрелась, и я думал, что она снимает, она просто перегрелась и выключилась. Ну ладно, это, допустим, ее особенность. То, что стерлись все видео, которые я записал, которые точно были на камере, куда они делись, я не знаю. Ребят, мы приехали менять масло. Ванюшка уже залез на один мопед. Надеюсь, он не шлепнется. Тут этих мопедов целая куча. Масло уже меняет.
Да? Класс? Пошли на другой. Давай, слази аккуратно. Давай. А, на всех посидеть? Так, Ваня, этот осторожно. Стоит очень опасно. Да, на этот нет. Не, на этот нет. Давай на этот. Да? Этот нет. Там машинка, да. Давай я тебя посажу. Счастье? Ага, да, обожает машину, мотоцикл. Не будем, да? Нет. На этом? Тебе нравится этот? Огонь. Опа! Все, ребят, мы, короче, с Ванюшкой отремонтировали машину и решили перекусить. Я взял свой любимый кебаб, потому что мы находимся рядом с Абаделем, а Ванюшке взял такой вот вкусненький лавашек. Он съел все, что я ему с собой брал, вот, но, видите, голод не тетка, решил еще перекусить. Да? Вкусно? Можно? Ваня, а папе? Чуть-чуть. Какой вкусный лавашек. В общем, у нас перекус. Я просто не мог, так как мы находились рядом, не заказать кебаб мой любимый. Как перекусили, вроде сейчас стало даже как-то легче. И сейчас идем с ним на площадку, где я когда был маленький. Ну как я маленький, я приехал в 13 лет, но все равно мы любили ходить на площадку. Брали с собой футбольный мяч. Ваня, осторожно! Брали с собой футбольный мяч, он тут сбежал вниз. И играли то в футбол, то в баскетбол. Но вот здесь вот сделали достаточно новый район. Этих домов раньше не было. Были только вот те. И здесь есть много площадок разных. Вот здесь есть площадка, здесь много разных зон классных. Вот поэтому, так как мы находимся здесь рядышком, я решил с Ванюшкой сюда сходить. Я думаю, ему тут понравится. И очень классно они тут облагородили, эта зона, ее вообще не узнать. Когда мы сюда приехали, здесь был один только парк. Да. Не нужна тебе машинка? Да. Что, будешь здесь? Да. Ну давай. Там еще дальше есть. Да, можем дальше пойти, там еще много всего интересного. Вот эта зона сделана. Вон там вот, видите, паровозик есть. Там вот качели есть с той стороны. И в конце поле, где мы в футбол играли. Вань, пошли дальше. Пошли? Пошли. Смотри, там паровозик. Вон там, вот видишь паровозик? Пойдем туда? Давай. Летит. Так, я надеюсь, тут не обрыв, а ступеньки. А, отлично. Спуск. Давай тихонько. Молодец. Вот тут как снесли кучу времени назад фабрику, так и ничего на этом месте не сделали до сих пор. Радость. Заводи, поехали, Ванюш. Я сяду сюда, а ты заводи, поедем. Ой, ой. Могли, в принципе, тут поесть кебаб. Все, заводи, поехали. Чу-чу. Да? Трогай. Да-да. Я, ребята, лежала на кровати весь сегодняшний день. Вот и наконец-то. Ты тоже услышала? Приехали мои любимые. Так, не соскучилась, это безумие. Иду встречать. Не я одна, что Пума тусит со мной. Ну, сегодня как-то все не хуже, чем вчера. Идем, Сашечка. Идем встречать Ванечку. Мы так по нему соскучились.
где мой любимый сыночек? Привет! Это он так показывает, что мама болеет. Да, я болею, сыночек. О, вау! У тебя новая машинка? Да. Садись. Не знаю. Ты где был? Ты ездил ремонтировать машину? Да. Да, менять масло, да? Ты был в гараже, там было много машин. Да? Тебе папа подарил? Класс. Ты хочешь туда что-то загрузить? Да. Другие машинки хочешь загрузить? А кушать хочешь? Да, 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 да. Кушать будешь? Да. Нет? Ты не голодный? Да. Ну, как перекусили с ним? Любимый мой. Ну, давай. Какао. Ты пил какао? Да, и лаваш кушал? Лаваш. Хлеб, пан, кушал? Да. Да? Ребята, я только что сел монтировать влог и понял, что у нас нет концовки. Катя с Манюшкой уже спят, у Кати сел голос. И я сейчас, знаете, монтировал и понял, что на протяжении всего видео Кати не было видно, только ее было слышно. И получается, что мы с Ваньком захватили канал полностью. Да, сегодня получился влог папа и сын. Практически. И все, я, ребят, сейчас вставлю этот кусочек с концовочкой. Нам завтра нужно ехать, если не ошибаюсь. Да, завтра нам нужно ехать в Барселону. Это нельзя перенести, это очень важное дело. Поэтому Катюше нужно, чтобы потихоньку у нас выкарабкивалась. И она у нас отдыхает, то есть делает все для того, чтобы поскорее выздороветь. Но завтра придется нам поехать в одно место. Так что все, ребята, увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.